Как уже сказали, недельная глава – это судьи. И она сосредотачивает, эта недельная глава, свое внимание на нескольких важных деталях. Через Моисея Бог учит народ, которые идут, чтобы войти в землю обетованную. כללים לגבי שופטים ושוטרים. То есть он дает какие-то указания по поводу судей. כללים לגבי מלך, מה מותר לו, מה אסור לו. Дает какие-то указания по поводу царя, что ему можно, что нельзя. יש נבואה לגבי המשיח. Есть пророчество о мессии. והוא בעצם מכין אותם להיכנס בצורה הטובה ביותר לארץ המובטחת. То есть он подготавливает народ, чтобы они самым лучшим образом могли войти в обетованную землю. Я не буду читать, что Федя уже прочитал. Это 16 глава была с 18 стиха. И вот мы на этих стихах сейчас находимся. 16 глава, книга Второзакония с 18 стиха. И вот этот 18 стих, он повелевает поставить судей и надзирателей. И надзирателей. בכל שערינו. Во всех вратах наших. בדרך כלל שמים שוטרים על דברים שבאמת חשובים ויקרים לנו. Обычно надзиратели ставят над теми вещами, которые нам важны. ואלוהים מדבר על הארץ המובטחת. И вот Бог, когда Он говорит о обетованной земле, הוא רוצה לשים דגש על חיינו. То Он обращает внимание на нашу жизнь. Он хочет, чтобы мы поставили шофтим и шотрим в шары хаену. Чтобы мы могли поставить судей и надзирателей над воротами, которые относятся к нашей жизни. То есть через Моисея он учит о каких-то физических вещах народ. Но также мы можем принимать это в духовную сферу. И поэтому нам нужно поставить надзирателей нашей жизни. Чтобы мы могли охранять наше сердце, чтобы они смотрели, что входит, что выходит. Это нефеш и это рух. Наш дух, наша душа. Что заходит в наши уши, в наши глаза, и что выходит оттуда? Что мы смотрим, на что мы смотрим в повседневной нашей жизни? И что не следует нам смотреть или слышать? Или, может быть, мы в нашей жизни повседневной что-то слышим на нашей работе, и мы не должны это слышать? Помните, еще говорил такие слова: лучше вырви глаз или руку отсеки. То есть, есть какие-то определенные вещи, от которых нам следует удаляться. И поэтому он ожидает и повелевает нам поставить таких судей или надзирателей в нашей жизни. Чтобы была охрана над нашей семьей. Каждый из нас является охранником своей семьи. И он, в принципе, он ответственный, и он решает, что будет входить в семью, а что нет. То есть Бог берет нас из земли египетской в обетованную землю. То есть также в духовной жизни он не хочет, чтобы мы обратились в ту сферу, в которой мы находились до нашего обращения. И вот мы продолжаем читать с 20 стиха. Цедек, цедек, тирдов, лиман тихье, веэраште таарец, ашер Адонай Элоэха нотен лах. Правду, правду соблюдай, чтобы ты овладел землею. Берусит, амилай лихапес, ищи. Берусит, а тирдов? На русском написано, ищи правды. Беврит тирдов. А на иврите, преследуй правду. То есть мы должны прям бежать, преследовать вот эту правду, истину. Чтобы мы могли искать и приближаться вот к этой истине, к святости, которую Бог ожидает от нас. То есть Бог ожидает, чтобы мы могли быть активными, а не просто сидели сложа руки.
И если это то, что написано в Писании, а за рацион чело, то видно в этом его воля. И если мы для себя избрали путь, что мы идем с Богом, а за лену ласот рацуно, то тогда мы должны исполнять его волю. Николай Перек 18, 15, 16. В 18 главе с 15 стиха, 16 стих тоже. כתוב, נביא מקרבך, מאחיך כמוני, יקים לך אדוני אלוהיך, אליו תשמעון. ככל אשר שאלת מעם אדוני אלוהיך, בחורף ביום הקהל לאמור, לא אוסף לשמוע את כל אדוני אלוהי, את האש הגדולה הזאת לא אראה עוד, ולא אמות. ויאמר אדוני אלי, היטיבו אשר דיברו. נביא אקים להם מקרב אחים כמוך, ונתתי דברי בפיו. הוא דיבר אליהם את כל אשר צוונו, והיה האיש אשר לא ישמע את דבריי אשר ידבר בשמי, אנוכי ידרוש מימו. С 18 стиха, 18 глава. Бог говорит, я воздвигну им пророка из среды братьев их, такого как ты, вложу слова мои в уста его, и он будет говорить им все, что я повелеваю ему. А кто не послушает слов моих, которые пророк тот будет говорить моим именем, с того я взыщу. Окей, а здесь ну по невоа брурала шофет ва шотер хи тов ши еш. То здесь есть очень понятное пророчество. Аля Иешуа шилану. А Мессии, а Иешуа. Ве анахну йохолим ласим ото ки шомер шаарей хаейну. И таким образом мы можем поставить его надзирателем над нашей жизнью. Ве Иешуа шилану бияхад им руах ха-кодеш ашер кибальну мимено. И Иешуа и Дух Святой, который мы получили от него. Они будут соблюдать и охранять нашу семью и врата. Он будет обучать и наставлять нас, и напоминать обо всем. Если мы дадим ему разрешение войти. Потому что Бог, Он всегда дает нам выбор. И Он не насилует нас. יש לך שני דרכים תבחר. У тебя есть всегда две дороги, и ты выбираешь, по какой идти. אבל אם בחרנו את הדרך של אלוהים, но если ты выбрал дорогу с Господом, אז אנחנו צריכים לתת לו את כל החופש הפעולה. То тогда мы должны ему дать всю нашу волю. ולתת החיים ואת הזמן וכל מה שדרוש. И отдать ему нашу жизнь, наше время и все то, в чем он нуждается. כי השטן מה שהוא עושה, הוא רוצה לגנוב את הזמן, כי הזמן מאוד חשוב. Потому что сатана все время пытается украсть наше время, потому что время это важно. И очень часто он преуспевает в этом. Так давайте мы будем жить нашу жизнь более правильной. Чтобы мы могли действительно бежать и достигать вот этой праведности, истины, оправдания, святости. Чтобы мы могли радовать нашего Отца, который наблюдает за нами. Давайте мы все встанем и помолимся. Аба Адона, אנחנו מודים לך על היום הזה, על השפה הזאת, על הקהילה הזאת, על בית מקדש הזה שנתת לנו בחסד וברחמים, אבא אדונה. Господь, Бог наш, мы благодарим Тебя за это время, за эту общину, за все, что Ты нам даешь. Мы благодарим Тебя за Твою милость и за пророка, самого лучшего, который есть. Благодарим Тебя за Иешуа Мессию и Духа Святого, которого Ты даровал нам. И мы хотим, Господь, Иешуа, поставить Тебя охранником в наших воротах, в нашей жизни. Мы хотим быть готовы к той обетованной земле, которую Ты нам обещал, духовной земле. И мы не хотим возвращаться в Египет, который очень часто кажется нам очень хорошим и жизнью хороша. Мы благословляем Твое имя и благодарим Тебя. Мы хотим радовать Тебя и дать Тебе самое первое место в нашей жизни. Пусть благословится Твое имя в нашей жизни, в нашей общине. Во имя Иешуа Мессии. Аминь. Спасибо, Женя.
Это, я думаю, то, что Женя говорил, это очень важно. И если вы помните, даже на прошлом собрании мы тоже говорили про эти вещи, как поставить охранников над вратами. Сейчас мы еще раз говорим об этом. Я думаю, это слово, которое действительно Бог хочет закрепить в нас, чтобы мы могли обратить на это внимание и задуматься, как мы живем. Есть ли у нас вот этот вот охранник, надзиратель, страж, судья, о котором Женя сегодня говорил. И где Макс? Макса нет. Давайте мы все встанем, уберем свитки. וזאת התורה אשר שם משה לפני בני ישראל על פי אדוני ביד משה. Амен. Вот Тора, которую Моисей передал народу Божьему по Божьему повелению через Моисея. Амен. Амен.